Подведены итоги инновационной деятельности за 9 месяцев 2016 года в обществах, входящих в группу ОАО «ММК». Всего с января по сентябрь текущего года по группе ММК внедрено 331 рационализаторское предложение с суммарным экономическим эффектом 51 миллион 100 тысяч рублей. Полученный экономический эффект от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ составил 19 миллионов 330 тысяч рублей. Одобрено 129 энергоэффективных проектов, направленных на сокращение потребления всех видов энергетических ресурсов. На данный момент по группе ММК зарегистрировано 48 объектов интеллектуальной собственности. Еще 3 заявки находятся на рассмотрении в Роспатенте. Особое внимание в обществах группы ОАО «ММК» уделяется вопросам привлечения сотрудников к техническому творчеству. Творческие идеи рационализаторов являются важным внутренним резервом и одним из факторов, позволяющим компании успешно конкурировать на рынке металлопродукции. За 9 месяцев 2016 года в обществах группы ОАО «ММК» было подано свыше 10 тысяч идей, направленных на повышение эффективности производственных процессов. Проведено 14 мероприятий по активизации творческой активности работников группы ОАО «ММК», сообщает Управление информации и общественных связей ОАО «ММК».